Всем привет, мы на объекте Ясные Зори. Сегодня мы завершаем работы по отделке фасада. В качестве фасада мы использовали скошенный планкен шириной 125 и угловые элементы, наличники. Это прямой планкен, тоже 125. Красили мы маслом, подшивали свесы кровли, софиты. Это у нас перфорированный сайдинг коричневого цвета. Да, также мы декорировали окна. Соответственно, у нас прямой планкен хвойный и наличники. Устанавливали отливы, отливы оконные, отливы цокольные. Также мы здесь сделали небольшое крылечко. У нас была фотография, заказчик предоставил фото. И по фотографии мы сделали вот такое крыльцо. У нас основание было все. Мы делали только столбы и навес.